Галочкина Анна, 6 лет, город Балашиха, преподаватель Хлопина Александра. Значит, очень интересный номер, мне понравился. Очень удачно подобран сценический образ, который, к большому сожалению, совершенно не был обыгран Анечкой. Значит, у девочки хорошие данные, которые, я уверена, еще будут развиваться. Все-таки ей еще только всего-навсего 6 лет. Значит, на данном этапе можно услышать очень точную интонацию, хорошее вибрато, достаточно широкий диапазон. Но вот все элементы джаза, все-таки это для нее было либо сложно, либо девочка не совсем здорова, потому что голос прям зажат, она не допевает до конца фразы, расслабляется, сбрасывает дыхание, появляется даже такой сип. Вот у меня вопрос возник. Либо это возрастное еще просто она не тянет, либо она немножко больна.